Всем привет, друзья! Знали ли вы, что рельсы могут меняться местами? Почему так делают, я вам сейчас расскажу. Значит, смотрите, друзья, за счет того, что колесо, поверхность колеса имеет определенный профиль, вот именно вот в этих местах, при соприкосновении с рельсом, она здесь, то есть сама рельса изнашивается, то есть примерно вот здесь вот и вот, вот такой вот кусок, да, то есть он изнашивается за счет того, что давит на рельсу вот эта вот часть колесной пары, то есть она сплющивается, изнашивается, да, и тут выедается, короче, и выедается до той степени, ну, до которой уже эксплуатировать рельсу невозможно, то есть есть шаблоны специальные путейские, да, они проверяют, и вот когда вот эта вот часть уже невозможно эксплуатировать, то в отдельных случаях ее просто могут поменять местами, ну, то есть если с этой стороны все хорошо. И, допустим, уложат у вас рельсы, да, где-нибудь, и вы подумали, что эти рельсы новые. Ну, если на них посмотреть внимательно, то можно определить, что рельсы положили не новые, а бэушные, друзья. Ну, сейчас я как раз покажу вам эти места, где уложены бэушные рельсы. Ну что, друзья, вот мы подходим. Смотрите, здесь сразу видно, какой износ. Но это не именно для такого износа, может быть и меньше износ. Но вот видите, что, то есть стояла она внутри, то есть с той стороны и вот с этой стороны примостили. Видите, эта сторона нормальная. Вот не изношена, а эта сторона уже изношена. Вот она идет, смотрите, идет. А вот в этом месте, друзья, смотрите, вот она заканчивается, изношенная рельса, идет более-менее нормальная, то есть тут в этом месте их присварили до кучи, соединили и сварили, видите, тут обточили, вот эта рельса нормальная уже пошла, а это изношенная, вот видите, даже как сразу отличается, а там уже целая, видите, тут приварили, то есть видите, вот просто поменяли местами и можно дальше эксплуатировать. Повторно уже, когда тут будет износ, ее уже эксплуатировать нельзя, будет замена полная. Вот так вот, друзья, и такие рельсы можно заметить на путях очень много. Вот, друзья, видно, что рельса перевернута, видите, вот изношенная, сразу видно. Такая она должна быть такая вот. Тоже перевернули. То есть таких рельс много. Вот так вот. Вот, друзья, видно. Видите, вот износ. То есть стояла она снутри, с той стороны. Да, и теперь она здесь. То есть с этой стороны никак она не будет износиться, ее просто перевернуть. Ну, вот так можно узнавать, что рельсы бэушные. Вот. Вот даже на стыке видно, вот это вот более-менее нормальная рельса, видите, тут круглая, да, а тут уже износ, видите, вот пошел скос такой, это уже изношенная, ну как изношенная, перевернутая, она была с другой стороны стояла, теперь с этой стороны. Вот так вот. Все, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставим лайки, до свидания.